Обновленный центр обслуживания клиентов гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «ТНС Энергомариэл» начал работу в Волжске. Отмечу, что офис существовал здесь и раньше, но после реконструкции он стал более удобным и функциональным. Офис компании расположен практически в центре города, так что добраться сюда без проблем могут жители всего Волжского района. Первые посетители уже успели оценить качество сервиса. Обновленный центр обслуживания клиентов гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «ТНС Энергомариэл» начал работу в городе Волжск. Необходимо отметить, что офис существовал здесь и раньше. Просто после реконструкции он стал гораздо более удобным и многофункциональным. Офис компании расположен практически в центре города, так что добраться сюда без проблем могут не только горожане, но и жители всего Волжского района. Он оборудован несколькими окнами обслуживания, кассой, а также информационными стендами, содержащими ответы на наиболее актуальные вопросы энергоснабжения. Первые посетители уже успели оценить открывшиеся преимущества. Офис такой у них сейчас стал очень хороший и удобнее. У меня просто рядышком с домом. То есть я когда мимо езжу, я всегда здесь плачу у них. Несомненным плюсом является то, что я могу получить всегда информацию, которая меня интересует, о новых тарифах, об обслуживании и об оплате. Создание комфортных условий для местных жителей является одним из приоритетов для энергетиков. Удобное расположение офиса, соответствие всем техническим и пожарным требованиям, приветливость и компетентность персонала – главная отличительная черта любого центра обслуживания клиентов ТНС Энерго. Развитие клиентских сервисов – это приоритетное направление для нашей компании. То есть мы над этим тщательно работаем. Так, например, скажу, что в ближайшее время будет пересмотрен график работы. То есть мы сможем принимать наших клиентов как население, так и юридически. Лиц в обеденное время и запускаем новые сервисы, новые услуги. То есть полный перечень разрабатываем услуг он на нашем сайте. Надеюсь, что в ближайшее время мы предложим нашим клиентам, юридическим лицам, такую услугу, как энергоконсалтинг, когда предприятие в зависимости от графика своего потребления может выслушать наши рекомендации по выбору той или иной ценовой категории. Еще одним важным моментом стало то, что новый центр даст дополнительную возможность жителям всего Волжского района своевременно получать необходимые консультации. Как следствие, это поможет в должной мере разрешить проблему неплатежей за потребленную электроэнергию. С открытием обновленного центра обслуживания потребителей ПАО «ТНС Энерго», конечно, возрастает, во-первых, и спектр услуг, оказываемых в данном центре. Во-вторых, повышает комфортность для посетителей данного центра. И, конечно же, в любом случае должно повлиять на увеличение платежей населения за оказанные услуги по поставке электрической энергии. Открытие нового офиса стало пусть и небольшим, но приятным событием для местных жителей. Компания постоянно работает над повышением качества обслуживания своих клиентов. Особое внимание уделяется развитию сети центров обслуживания клиентов в районах республики. Это уже 7-й новый центр обслуживания, открытый за последние 3 года в районах Мариэл. Подобные комфортные условия помогут жителям районов республики не только вовремя осуществлять платежи за потребленную электроэнергию, но и в полной мере воспользоваться всеми сервисами и услугами, которые им предлагают. Предлагает ТНС «Энергомариэл».